На, брат, вот это что-то новенькое. Пишу, значит, не понял, почему отменилась оплата. Сейчас посоветуюсь, да? Пишет, списание отменено, пользователь сообщил нам, что вы ему нагрубили. Охереть, они сколько уже уловок придумывают. Я вот, ладно, этот вопрос в 100 рублях. А если я за 10 тысяч вот так человека отвезу? За 10 тысяч? Они также снимут деньги, я сейчас позвоню в техподдержку. Она избегает ответа на вопрос, и все. Это рассматривается в индивидуальном порядке, это рассматривается. Я говорю, ответьте вы, почему так делаете, и в каких правилах это написано, что вы будете снимать деньги по какой-то дурацкой выдуманной причине. То вам пассажир якобы пишет, что наличкой заплатил, то довезли не туда, хотя они специально эти уловки делают. То якобы нагрубил, и вы спишете, если человек отвезет пассажира за 1000 километров, там, на 20, на 30 тысяч, вы спишете. Она говорит, это рассматривается. Я говорю, ответьте, вы спишете или нет? Я вам ответил, говорю, не ответила. 10-то, говорю, списались, и вот надо вот постоянно вот эту хрень писать, чтобы произошло вот это вот, чтобы вернули. Ёкарный бабай, ну Яндекс. Как же я ему желаю оглушительного банкротства.